Как правильно оформить документы на собственность и как должен осуществляться вывоз мусора в СНТ? На эти и другие вопросы люберецким садоводам ответили представители власти на встрече, которая прошла в администрации. И, как оказалось, трудностей у жителей садовых товариществ много, поэтому для решения проблем была создана рабочая группа. Канавы эти тоже просили почистить. Никто нам эти канавы не чистит. Столько воды сейчас нет. Опять свыше 200 участков стоит в воде. Стоит вода. Жизнь СНТ – зеленая зона. После каждого дождя похожа на стихийное бедствие. Садоводы в отчаянии, просят о помощи. А еще там же у жителей возникли проблемы с оформлением имущества и с пропиской в нем. И, по словам специалистов, этот отказ в регистрации ФМС вполне законен. 66-й федеральный закон, он четко говорит, что можно строить только жилые строения без постоянной регистрации. Жилые строения, назначение которых будет нежилое, то есть они не предназначены для постоянного проживания. Вы же понимаете, что ваши участки – это садоводство. А жители СНТ Мирный в Томиле не сомневаются в законности использования участков своими соседями. Андрей Сыров призвал всех садоводов оперативно сообщать о таких фактах рабочей группе с помощью мессенджера WhatsApp. От активных граждан ждем любой информации. Вы идете домой, видите, что по факту там нарушение идет законодательства, информируйте нас. И у вас появляется прямая связь с нами. Почему мы хотим создать рабочую группу WhatsApp? Потому что все, председатели будут видеть, например, может быть, аналогичный вопрос, он не обращал внимания. Когда кто-то из вас этот вопрос поднимет, он обратит внимание и отработает на своем уровне. Встреча представителей СНТ с сотрудниками муниципалитета была необходима. Проблем и вопросов у садоводов накопилось много. И, как показал недавний рейд по незаконным постройкам в СНТ «Зеленая зона», мало кто из собственников исправил те нарушения, которые выявили еще год назад. Поэтому в состав рабочей группы для более эффективного решения задач вошли различные специалисты, в том числе и из БТИ. Еще один насущный вопрос садоводов – как должен осуществляться вывоз мусора в некоммерческих товариществах? На территории каждого СНТ должна быть оборудована контейнерная площадка, на которой размещаются контейнера и бункера-накопители. Должен быть обязательно заключен договор на вывоз мусора. И также вся эта информация о графике вывоза, об организации должна быть размещена на контейнерной площадке. Каждому жителю СНТ необходимо помнить, что отсутствие договора на вывоз мусора – это не только ненадлежащий вид территории, но и серьезные штрафы, предусмотренные для недобросовестных собственников садовых товариществ. Анна Троян, Никита Скроган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.